Всем привет! Вы на канале Малавсента. Вчера и сегодня всю ночь Лили не спала. Вот, была очень высокая температура. И сейчас мы будем вызывать доктора. Я думаю, что Лили заболела, потому что у нее была очень большая температура. Ложись, Лилюшенька. Я твою сосочку. Я же сосиску съела. А я позвоню доктору. Включаем, набираем. Ладно. Звоним. Алло. Здрасте. А можно вызвать доктора для маленького ребенка? 4 месяца. Марийская, 24. Квартира 35. Жду. Да. До свидания. Все, позвонила, сказали, что... Сказали, скоро будут. Сейчас покажу, как одета Лили. Тут у нас колготки, носочки, бодик с барашком, наш любименький, и вот такая кофта связанная. Вот. А Лили никогда не отстает от Симбы и сосиски. Это ее любимые игрушечки. Ладно, будем ждать доктора. Надеюсь, что он будет прямо сейчас. Ждем. Лилюшенька, скоро доктор. Давай ко мне, ко мне на ручечки. Ребят, я думаю, скоро доктор придет. О, наверное, доктор пришел. Так, открываем. Заходите. Здравствуйте. Здравствуйте. Рассказывайте, что у вас произошло? Давайте вот сначала дам бахил вот. А, да, конечно, секундочку. Можно я тут курточку положу, да? Да. Так, ну, рассказывайте, что случилось. У меня дочка всю ночь не спала, она плакала, у нее была большая температура, вот. Я думаю, что она заболела, вот. Давайте пройдем. Давайте, конечно, да. Проходите. Давайте я вам. Да, спасибо. Так, ну, рассказывайте, что у вас случилось? У меня дочка постоянно плакала. Угу. И у нее была большая температура. Угу. Вот. И я думала, то, что она заболела. Давайте сейчас проверим. Сколько лет ребенку? 4 месяца. 4 месяца, хорошо. 4 месяца, животик не болит у нее. Не знаете, как она ходит в туалет? Отлично. Сейчас будем все смотреть. Так, хорошо. Давайте сначала мы... Ой, сейчас я подготовлюсь. Так, сначала мы давайте померяем температуру. Да, вот давайте. Такая карточка. Карточка ваша, хорошо. Так, давайте, это градусник ваш, да? Давайте померяем температуру. Ага, все, я поняла. Температура у нас 38. Это, конечно, очень плохо. Я вижу, вы давали жаропонижающее панадол. Когда вы его последний раз давали? Ну, сегодня утром, потому что у нее была большая температура. Хорошо, сейчас мы тогда дадим еще раз. Пока раздевайте ее, мы ее осмотрим. Хорошо. Пожалуйста, раздевайте ребеночка. Будем раздеваться, Лили. Кофточку положим. Кофточку нашу снимем. Я нормально одела? Да, конечно, вы нормально все сделали. Раздевайте пока ребеночка. Мне полностью, пожалуйста, и колготки снимите, чтобы я проверила ее полностью, пожалуйста. Угу.
Ой, какие носочки красивые у девочки, просто прелесть. Новенькие носочки у нас. Мы часто покупаем новую одежду. Она у вас такая спокойная девочка, совсем не плачет. Умничка. Раздевайте. Но у меня она очень послушная. Так, хорошо. А сколько держалась температура? Всю ночь? Да. Сколько раз за ночь давали жаропонижающие? 2 раза. Угу, хорошо. Так, раздевайте, раздевайте, мамочка. Все. Почти разделись. Угу. Навалили головку. Фух. Так, хорошо, теперь будем осматривать. Так, ну что, давайте начнем осмотр ребенка. Так, первым делом, конечно же, мы послушаем ее, вашу Лили. Так, девочка, иди сюда. Так, сейчас мы ее послушаем. Ой, так. Так, сердечко. Ага. Ага. Малышка, давай сегодня встанешь, я тебе послушаю. Так, что же там? Ну, мамочка, что я могу сказать? Легких чисто все. Все хорошо. Ножки. Сыпи никакой нет. В принципе, все отлично. Давай так. Так, головочку. Здесь тоже все хорошо. А ну теперь Лили. Знаешь что? Ты мне должна показать свои зубки. Давай посмотрим. Так, хорошо. Давайте сейчас мы еще... Ой, ложись на свою. Эту так. Давай сейчас посмотрим еще. Ой, можно я вот так вот возьму свой чемоданчик? Только Лили научилась только пальчик сосать, у нее еще зубок нету. Ага, я поняла. Хорошо, мне еще ушки надо посмотреть. Так... Вы знаете, мамочка, мне кажется, что это у нее все-таки ушки болят. Ой, очки потеряла, ну не страшно, ладно. Так, это у нее отит. В общем, что вам нужно делать? Я вам оставляю рецепт, сейчас выпишу. И вы сейчас возьмите ей вот этого лекарства, насыпьте 2 миллилитра. Вот в такую вот емкость. Да. Насыпьте, пожалуйста, ей 2 миллилитра лекарства. И сейчас же нужно ей обязательно дать. А я пока вам выпишу рецептик, чтобы Лили не болела. Пусть она выздоравливает. Девочка маленькая. Мы же болеть не будем, да? У нас ушки болят. Ну, ничего страшного. Ушки у нас вылечатся. Все будет хорошо. Мамочка тебя вылечит обязательно. У нее слюнки текут. Это значит, что у нее скоро будут зубки расти. Температурка тоже может быть. Но думаю, что мы с этим тоже справимся. Я вам тоже выпишу, какие можно гели для зубиков, чтобы зубки не болели. Хорошо? Так, а теперь сейчас, мамочка, давайте лекарства. А я буду выписывать рецепт. Договорились? Да. Так, все. Давайте, пожалуйста, мамочка, проходите к вашему ребеночку. Доктор, можно, пожалуйста, рецепт? Большое спасибо. Так, я буду выписывать вам рецепт. Вы, пожалуйста, лекарство дайте ребенку. Так, сколько, покажите? 2 миллилитра нужно. Да, все. Покажите, пожалуйста. Вот, все верно. Теперь давайте ей, пожалуйста. Держи, Лиля. Лилюшенька, это вкусное лекарство, так что не переживай. Молодец, девочка. Так, все. А я буду выписывать рецепт. Вот карточка. Да, карточка, хорошо. Это очень. Значит, так. Начнем. Анализы. Я вижу, вы сдавали анализы, да? Ага, это вы делали ей УЗИ животика, да, чтобы я... Угу. УЗИ хорошее.
Анализы. Анализы тоже прекрасные. Все замечательно. Так. Давайте тогда сейчас, значит, мы запишем, что нужно для Лили. Значит, так. 4 месяца. Лили. Так, пишу. Панадол. Панадол детский по 2 миллилитра 3 раза в день. Теперь, значит, обязательно капли для ушек. Умирол 2 раза в день. И, мамочка, обязательно, обязательно в ушки ложите ватку. В ушки ватку и носите пока временно шапочка. Шапочка. В общем, что я могу вам сказать? Конечно же, все это будет хорошо у вас через пару дней. Первые несколько дней вам нужно будет все равно помучиться, температурка будет. Но... пойдете в аптеку, купите все вот эти лекарства, и все у вас будет хорошо. Через пару дней, пожалуйста, придите ко мне в поликлинику и покажитесь. Какое у нас сегодня число? 6-е. Та-та-та-ра-та. Так, доктор. Все, так, пожалуйста. Будьте здоровы. Не болейте, будьте здоровы, и пусть у вас все будет хорошо. А сейчас обязательно лекарство вы уже дали, теперь да. Ее одеть и обязательно шапочку. Да. А вы меня проведите, пожалуйста. Хорошо, пойдемте. Так, все. Давайте я бахилы выброшу. Да, конечно, сейчас все выбросите. Так, так, пожалуйста. Все, всего доброго, не болейте. До свидания. До свидания. Ух, ребят, как вы видели, у меня дома был доктор. Сказал, что у Лили отит, проблемы с ушками. Я расстроилась, но обиду не подала. Сейчас мы будем капать ушки и одеваться. Вот наши капельки. Откроем. Раз. И второе ушко. Два. Все закручиваем. И нам еще сказали, надо одевать шапку. Ходить постоянно в шапке даже дома. Так что мы сейчас возьмем чепчик. Вот наш любимый чепчик. Вот, одеваем. Да, теперь мы на улочку. Не будем ходить. Немножко. Вот, а теперь мы будем выбирать одежду. Пошлите выбирать. Вот наша одежка. Но сначала мы возьмем памперс. Памперс взяли. И теперь мы будем выбирать именно одежку. Давайте возьмем вот эти ползуночки розовенькие. И вот эту кофточку. Ну что, пошлите одеваться. Первым переоденем памперс. Сняли и теперь одеваем. Эти памперсы очень качественные и хорошие. Мы их всегда покупаем. Пишите в комментариях, у кого есть тоже Reborn. И у кого есть канал. Одет памперс. Теперь оденем кофточку.
с олейником. Лилюшенька, все будет хорошо. Скоро пойдем на уличку, только когда выздоровеем. Слава Богу, что Лили не плакала. Лили, должны капельки подействовать. И у тебя потом не будут болеть ушки. Не будут. Совсем не будут. Очень жалко, что у Лили проблема с ушками. Я думала, просто простуда. Все. Это было бы легче лечить. А так, отит. Горе-горе. А теперь давайте оденем ползуночки. Хотелось бы, чтобы Лили не болела, мы рисовали, смотрели мультики бы. А так мы будем лежать в кровати и болеть. Жизнь такова. Главное, чтобы Лили не плакала, у нее было все хорошо. Но сегодня не Лили день. Я бы без доктора не справилась бы и не узнала бы то, что у Лили отит. Оделись. Ну что, ребята, на этом я скажу вам пока-пока. Будем лечиться в мыслях. Подписывайтесь на канал Мало Центр. Всем пока, пока-пока.